Grocery Outlet. Такой магазин продуктовый, мой любимый. У меня уже одно видео было. Ну, вот здесь вот такой, один из самых известных острых соусов табаско. Это мне просто интересно, как бы, как люди делают, ну, грамотно делают рекламу, да. Ну, коробочка такая, там бутылочка небольшая с этим жидким острым соусом. Из красного перца сделан. Ну, как я уже сказал, это один из самых известнейших брендов американских, табаско. Оригинально он был, как бы, это южный соус, да, южных штатов. И вот смотрите, здесь что написано, интересно. Вот. Are you one of us? Вопрос. Ну, типа, вы один из нас? Подразумевая, что, как бы, что количество людей, потребляющих этот соус, огромно. И если вы им пользуетесь, вы член нашей команды. Покупай. Грамотно, грамотно сделано. Хотя этот соус и не нуждается, в принципе, в дополнительной рекламе, насколько он известен. Практически во всех ресторанах он есть на столе. Обязательно он есть на столе в американских ресторанах и в американских закусочных. Вот такая вещичка. Так вот, интересно, люди продают товар. Очень грамотно.